В ночь на 1 сентября 1859 года произошло нечто совершенно невообразимое. Северное полярное сияние озарило практически половину территории Соединенных Штатов. На улицах стало светло, как днем. Можно было спокойно читать газеты. Удивление быстро сменилось паникой. Заискрили линии передач. Начала спонтанно возгораться телеграфная бумага. Полностью прекратилась связь, в том числе с Европой. Некоторые устройства продолжали работать даже отключенными. Вспышка Кэррингтона или мега-вспышка. Позже именно так назовут это катастрофическое явление ученые. Британский астроном Ричард Кэррингтон первым зафиксировал приближение солнечного супершторма. Так мир узнал о новой потенциальной угрозе. В нашей части Вселенной нет ничего более мощного и более опасного, чем Солнце. 23 марта 1989 года на Солнце произошла очередная мощная вспышка. Ее последствия прокатились по всему миру, но больше всех пострадала Канада. Там отказали линии электропередач, и многомиллионная провинция Квебек на долгие часы погрузилась во тьму. Солнце управляет всем, что живет у нас на Земле, всем живым. А живое должно адаптироваться к тем требованиям, которые есть, или погибнет. Ежедневное и пристальное наблюдение за поведением Солнца и изучение тех процессов, которые на нем происходят, уже вопрос борьбы за наше с вами выживание. И астрофизики находятся на передовой этой борьбы. Неожиданно на Солнце появляются яркие участки, которые сильно расширяются. Выделяется такое огромное количество энергии, которое соответствует порядка 100 тысяч атомных бомб. Наибольшую опасность представляют солнечные вспышки, мощные взрывные процессы в атмосфере Солнца, корональные выбросы массы, вспышки солнечного ветра, которые поднимаются над солнечной короной, а затем, в виде направленного потока плазмы, устремляются с гигантской скоростью на Землю. Солнечники – так называют себя физики, изучающие Солнце. Как это делают с 50-х годов прошлого века в Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, расположенном в Иркутске. Именно солнечники четко знают, что магнитная буря – это прямое следствие солнечной активности, в том числе солнечных вспышек. Только мы, те, кто занимается физикой Солнца, могут четко сказать, как возникают магнитные бури, сколько они могут продолжаться, как они могут повлиять на здоровье людей. Александр Боровик – солнечник с большим стажем, директор Байкальской астрофизической обсерватории института. Ежедневно он вместе с командой профессионалов преодолевает километры нелегкого пути, чтобы наблюдать за изменчивым поведением Солнца. Чтобы понять, что же все-таки происходит, как возникают солнечные вспышки, нужно иметь хороший материал с высоким пространственным разрешением. Как раз для того, чтобы получать изображение Солнца в новом, лучшем разрешении, была построена Байкальская обсерватория и ее главный инструмент – крупнейший в Евразии большой вакуумный телескоп. Солнечная физика, она очень обширна. Существуют оптические телескопы, есть радиотелескопы, есть коронографы. С помощью этих инструментов исследуется атмосфера Солнца от фотосферы и выше, до короны. Строительство Байкальской обсерватории – это сама по себе история настоящего подвига сотрудников Института солнечно-земной физики. Все началось еще в 60-х годах и длилось почти два десятилетия, причем полностью силами работников института. Были проведены десятки экспедиций, организованы масштабные исследования астроклимата, а чтобы добиться нужной пологости для установки уникального телескопа, пришлось даже взорвать часть горы. Главный инструмент обсерватории – большой солнечный вакуумный телескоп, окружен как бы скоплением малых телескопов. Наблюдатель часто не знает, как лучше выбрать объект для наблюдения солнечных вспышек. Здесь же мы имеем панораму всего диска Солнца, и мы можем сообщать наблюдателю на большом телескопе, куда лучше нацелить инструмент. Все, будем наблюдать. К детальному изучению обнаруженной вспышки подключается огромный, размером почти с 12-этажный дом, телескоп. Так же, как вы
обычным зеркалом строите зайчик, так же и здесь этот зайчик направляю на объектив. Потом пучок света отправляется вниз по вакуумной трубе. Из нее регулярно откачивается воздух, чтобы его движение не исказило этот пучок по пути к регистрирующим приборам. Солнечный пучок из главного объектива, который расположен на расстоянии 40 метров, попадает на экран координатометра. Диаметр Солнца примерно как раз размером вот с этот белый экран – 40 сантиметров. Размер этих пятен больших может быть размером с горошинку. Этот размер сравним с размером с диаметром Земли. То есть мы вот можем видеть объект на Солнце, ну, порядка 200-300 километров. Это на расстоянии 140 миллионов километров. Последствия обычной солнечной вспышки достигают Земли за 30-40 часов. Очень мощные вспышки, подобные явлению Кэррингтона, всего за 17. Когда происходят очень мощные такие вспышки, события, то плазменное облако, оно попадает в магнитосферу Земли, которая окружает Землю, вызывает магнитные бури, северное сияние. Магнитосфера – наша главная защита от опасной солнечной радиации. Но даже у нее есть предел потока плазмы, которую она может сдержать. И при очень сильной вспышке этот предел может быть преодолен. Тогда на Земле начинается магнитная буря. Многие люди просто не дают отчета, как в нашем земном доме так хитро все устроено, что, возможно, атмосфера, вода, воздух, и мы всем этим дышим. Вот. Но все это очень уязвимые оболочки. В 2008 году специально для подразделения Совбеза США астрофизиками и учеными из НАСА было проведено исследование «Солнечные суперштормы. Угроза национальной инфраструктуре». Согласно опубликованным данным, достаточно мощная вспышка может привести к катастрофическим последствиям для всей страны. От выхода из строя атомных и гидроэлектростанций до отказа систем спутниковой и радиосвязи. По предварительным расчетам ученых, более 1 триллиона долларов – приблизительные убытки США только за первый год катастрофы. От 4 до 10 лет потребуется стране на полное восстановление. Активные наблюдения за солнечными вспышками начались во время подготовок первых запусков космонавтов в открытый космос. Тогда от этой информации зависела их жизнь. Нужно было обязательно знать радиационную обстановку, то есть поток энергичных частиц на тех орбитах, где летает человек. В то время Байкальская станция входила в крупнейшую службу Солнца, которая функционировала по всей территории Советского Союза. При ней существовала так называемая программа Северного по имени ее талантливого руководителя, академика Андрея Борисовича Северного. В течение суток все обсерватории от Уссурийска до Кисловодска вели наблюдения и давали информацию о солнечной активности. За состоянием светила день за днем следит особая служба Солнца. Они должны предупредить о солнечных вспышках и гигантских выбросах частиц высокой энергии. К сожалению, к концу 80-х годов эта служба из-за недостатка финансирования прекратила свою деятельность. Можно, конечно, не создавать свою систему, можно пользоваться чужой, опять через тот же интернет. Да? Но сегодня он есть, но можно предположить, что в какой-то момент его может не быть. Поэтому собственная система такого мониторинга просто в целях безопасности страны она должна быть. Сегодня большинство данных по мониторингу Солнца мы получаем от американских и европейских станций. Поэтому в планах государства постепенное возрождение службы Солнца. У нас сейчас идет мощное развитие локальной сети обсерватории, когда мы сможем уже на каждом телескопе видеть изображение с другого инструмента. Да, и это все будет тоже передаваться в интернет и в институт. Первый шаг к созданию единой российской службы мониторинга Солнца – строительство по всей стране ряда новых телескопов с говорящим названием «СТОП» – солнечные телескопы оперативных прогнозов. Давай быстрее, туча находит. Вот, по сути дела, вы видите сам непосредственно на телескоп. Вот сравните, там 40 метров, а здесь всего полметра. Там больше метра диаметр зеркал.
ну и объектива, соответственно. А здесь всего 50 миллиметров. Так вот, это не говорит о том, что это телескоп тот крутой, могучий, а этот не очень. У них разные задачи. Вот Солнце такое, они маленькое пятнышко туда наблюдают, все. А она, у нас задача все Солнце отсканировать, как бы получить изображение. И изображение не просто, а именно магнитное поле. Для получения максимально точных данных на этих сложнейших инструментах важен каждый нюанс, в том числе климат и география. Поселок Листвянка на берегу озера Байкал, где расположена обсерватория, был выбран не случайно. Воздушные массы, натекая на берег, они гасят турбуленцию, которая возникает от нагрева земной поверхности. На всех телескопах люди, которые работают, ну, по сути дела, второй дом, во-первых. А этот дом, сами видите, он похож на корабль, стоит на самом берегу Байкала. И когда выходишь вот на площадку, открываешь крышу, солнце встречает тебя утром, и корабли идут. Видно, что в бинокли смотрят и видят, что я на них навожусь, ну, большим объективом. Они сигналят, видят, что, ну, почему я на берегу, а они там. Сегодня флагманом этой флотилии, из которой предстоит возродить службу Солнца в России, стал тот самый Институт солнечно-земной физики. Когда федеральная программа пошла, то кто возьмется за эту работу, в общем, никого не оказалось, кроме нас. И нам, хотя нам тяжело, у нас тоже существенно сократилось и производство, и КБ, но пришлось браться за все работы. И пока более-менее успешно выполняется. Виктор Михайлович Григорьев, заместитель директора Института по научной части, говорит о том, что их институт уникальный в своем роде, и он нисколько не преувеличивает. Сегодня у института несколько действующих обсерваторий, сохраненная с советских времен сильнейшая научная база. Работает много молодых специалистов. Тут же в институте располагается уникальная лаборатория, где изготавливается и обслуживается сложнейшая оптика для телескопов. Здесь там призма как раз стоит. Солнце получают специальными приборами, которые называются фильтры. Сама оптика, сердце этих приборов делается здесь. В этом невзрачном помещении физика становится похожа на завораживающее волшебство. Перед оптиками стоит невероятно сложная задача – сделать кристаллические пластинки этих фильтров как можно точнее. А в фильтре может быть до сотни таких пластинок. При этом параметры каждой должны быть выдержаны с точностью до сотых микрона. У нас несколько человек могут делать такую высшего пилотажа работу. Частенько ты можешь держать плоскопараллельность, форму, но в это время толщина-то уходит, и как только ушла толщина, пластиночка пойдет в брак. Чтобы сберечь каждую крупинку материала и исключить возможность человеческой ошибки при производстве пластин, Валерию Скомаровскому пришлось разработать специальный станок. Вот это стекло хоть и толстое, но оно под собственным весом деформируется. И этот прибор, который ставится на него, он разгружен, он садится как муха на этот прибор. Значит, собственным весом исказил бы эту поверхность. Тут же под лабораторией в специальном отсеке хранится аналог трубы от большого вакуумного телескопа, уникальная оптика для которого была собрана именно здесь. Была проблема затащить ее в готовое здание. Нам пришлось вскрывать перекрытие, 50 метров сюда оптики затащить. Как бы делаем нестандартную оптику для нестандартных идей наших сотрудников. Наше светило существует по своему весьма строгому графику. 11 лет Солнце пребывает в покое, практически не тревожа нашу Землю. А следующие 11 лет оно переходит в активную стадию. Именно в этот период вероятны самые мощные вспышки. Цикл, который начался, он себя немножко странно вел. Есть всякие предположения, что нас ждет, конечно, серьезный взрыв. Когда угроза становится столь явной, необходим постоянный мониторинг вспышек. И оптических телескопов уже недостаточно. С помощью оптики мы можем видеть лишь внешнюю оболочку светила – фотосферу. А все, что связано с возникновением вспышек и выбросами корональной массы, происходит выше, в короне. Эти процессы можно наблюдать лишь на микроволнах. И чем выше частота этих волн, тем глубже можно заглянуть в корону. В этом солнечникам помогает другое уникальное сооружение Института солнечно-земной физики – Сибирский солнечный радиотелескоп, расположенный в предгорьях Саян.
Сейчас мы как раз и находимся в аппаратном зале, куда стекаются все данные солнечной активности со всех антенн Сибирского солнечного радиотелескопа. Также на базе ССРТ имеются спектрографы 4.8, 2.24 ГГц. Данные привязываются с помощью GPS-системы времени, разработанной сотрудниками обсерватории, и записываются на CD-диски, часть из них, которая хранится здесь же, в обсерватории. В безлюдной степи находится одна из самых современных в России радиоастрофизических обсерваторий. 256 расположенных крестообразно антенн объединены между собой и ежедневно исследуют наше светило. Это вот северный луч, это восточный, южный, западный. Мы находимся на глубине 4 метра под рядами антенн, и в этом место собирается сигнал со всех антенн и передается на приемное устройство. Сегодня заведующий лабораторией мониторинга солнечной активности Сергей Лисовой со своей командой занимается модернизацией оборудования всей обсерватории. Эта задача не только важная, но и крайне интересная. Ведь большинство компонентов из этих устройств разрабатывается тут же. Нужно, чтобы человек работал в хорошей среде, он понимал, что он находится где-то близко к передовому краю. Иначе, ведь бонусов-то мало в науке, понимаете? Возглавляет обсерваторию Александр Тимофеевич Алтынцев, один из ведущих специалистов-солнечников. Ученых нельзя воспитать на чтение журналов там и так далее. Для того, чтобы воспитать ученого, нужно, чтобы он мог сделать что-то значимое. А вынужденная изолированность обсерватории даже привлекает молодых ученых. Подальше от суеты, от городской, есть возможность вырваться на неделю, на две, в место, где не берет телефон. Тебя сложно найти. Здесь мало факторов, отвлекающих от работы. Можно полностью погрузиться в работу и заниматься делом, которое тебе интересно. Сегодня обсерватория полностью модернизируется. Ставятся оптоволоконные линии, полностью меняется приемная система. В результате чего ученые получат трехмерное изображение Солнца. А в скором времени сотрудники Бадарской станции собираются подключить к своей системе из малых радиотелескопов еще и один гигантский, расположенный на территории соседней радиоастрономической обсерватории. Техника теперь другая, она все более и более чувствительна. На нас начинают уже влиять слабые вспышки, а их количество уже увеличивается. Вспышки, которые реально приводят к каким-то существенным влияниям, они происходят несколько раз, может быть, одна, две, три за цикл, то есть за 11 лет. Если представить себе катастрофу, серьезный очень взрыв, скажем, когда произойдет очень мощная вспышка, то мы не можем этого предсказать, пока это не случится. В далеком 1859 году, когда произошел солнечный супершторм Кэррингтона, не было ни сложных летательных аппаратов, ни компьютеров, ни беспроводных технологий. Поэтому только самые мощные вспышки могли нанести ощутимый ущерб. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И только Канада вложила более 4,5 миллиардов долларов в усовершенствование линии электропередач. А Америка тратит миллионы на новые обсерватории, спутники. И, как итог, более точные прогнозы. На Солнце, если происходит выброс солнечного вещества, и если мы видим, что он полетел в сторону Земли, мы можем каким-то образом оценить его скорость, рассчитать время его пролета и понять, что после этого у нас начнутся сначала межпланетные возмущения, потом геомагнитные возмущения. В России обработкой данных о солнечной активности со всех телескопов и спутников занимается специальный центр прогнозов космической погоды при Институте земного магнетизма и ионосферы Российской академии наук, он же Измиран. Это настоящее научное исследование, которое вынуждено выполняется в условиях жесткого цейтнота. Это прогноз на сегодня, на завтра. Мы должны это все сделать с характерным временем час. Прогнозы центра расходятся по десяткам военных и гражданских организаций. Особенно необходима эта информация для Роскосмоса. Ведь вовремя незамеченная вспышка на Солнце может привести к потере дорогостоящего спутника.
Это мы поняли и сразу планировали такой центр, который будет работать ежедневно без выходных и праздников. И так у нас и получается все 14 лет. За время работы центра его сотрудники сделали неожиданное открытие. На северных железных дорогах практически каждая большая магнитная буря ощущается в сбоях работы автоматики. Там начинаются всякие чудеса, мигают на пультах диспетчера всякие лампочки незапланированно, светофоры загораются, как правило, правда, на красный, поезда встают, и никто не может понять, что такое. Впервые это явление зафиксировали на железной дороге к Архангельску в 2000 году, сравнили со статистикой бурь и получили полное совпадение. Сегодня центр дает для этой железной дороги ежедневный прогноз геомагнитной активности. Впрочем, сейчас этот прогноз доступен каждому. У центра существует свой сайт в интернете и круглосуточная горячая телефонная линия. Слабо возмущенная. Индекс магнитной активности 3 по 9-бальной шкале. Желаем вам крепкого здоровья. Вообще, прогнозы магнитных бурь публикуют во многих СМИ. Но к науке они не имеют никакого отношения. Все эти прогнозы гроша ломаного не стоят, потому что, как правило, они в лучшем случае имеют астрологический характер. Бывает так, что у нас там несколько месяцев подряд нет магнитных бурь. У них в каждом месяце 7 или 8 магнитных бурь. Как часы, там они выскакивают. Чаще всего эти прогнозы идут вместе с предостережениями об опасном влиянии этих бурь на наше самочувствие. Насколько действительно активность Солнца связана с нашим здоровьем? На этот вопрос с 80-х годов пытается отметить гастроэнтеролог Семен Исаакович Рапопорт. Он обнаружил зависимость между солнечной активностью и неожиданными осложнениями у пациентов. Почему вдруг? Я пытался выяснить это у ведущих академиков нашей страны. Никто не мог мне ответить на это дело. Пока доктор Рапопорт не обратился к астрофизикам из Института космических исследований, а затем к специалистам из Измирана. Измиран давал все сведения, которые касались деятельности, магнитные бури, погода, температура, все превходящие факторы, которые могут влиять на организм, они давали всю точную информацию. Больше того, что очень важно было. Для своего исследования ученые привлекли службу скорой помощи Москвы и 3 года внимательно наблюдали, что происходит со здоровьем жителей столицы во время магнитных бурь. Оказалось, количество инфарктов миокарда – это большая статистика. Количество инфарктов миокарда в Москве увеличится на 13%. Значимые цифры. Работа была проведена на миллионах больных. Для начала Семен Исаакович и его коллеги доказали, что магнитные бури – один из сильнейших стрессов для всего организма. И вот удивительное дело, что у нас все-таки стресс – это индивидуальный. Там кто-то поругался с начальником, кто-то поссорился с женой, кто-то собирается бежать 100-метровку. Понятно, почему стресс. Но это все действует на одного человека, на двух человек, на группу людей. А тут вдруг стрессовый фактор, который глобальный. Он сразу действует на весь земной шар. Через некоторое время сама природа подсказала решение. Оказалось, гормон мелатонин, который, как раньше считалось, отвечает лишь за безмятежный сон, способен наиболее эффективно нейтрализовать это вредное воздействие и оказывать ярко выраженный успокоительный эффект. Были проведены клинические испытания возможностей мелатонина. Было показано, что если мы мелатонин даем, я говорил, это важно, за 3 дня до начала бури магнитной, то магнитная буря переносится значительно легче. Оказывается, подобными исследованиями занимается и директор Байкальской обсерватории Александр Боровик. Несколько лет подряд он изучал данные Иркутского статистического управления по родильным домам, больницам и моргам, сверяя их с данными о солнечной активности за тот же период. Мы получили довольно интересный результат. Нами было установлено, что во время максимума солнечной активности увеличивается рождаем двойной, тройной у женщин. Так все-таки, чего нам ждать от солнца? И стоит ли его бояться? Как говорят, в мире все может быть, но оснований чего-то бояться в настоящее время с нашей точки зрения нет. Солнце, оно как-то помогает, нам родиться, жить.
Ну, естественно, конечно, и умирать, когда. Ну, от этого никуда не уйдешь, такова, как говорится, жизнь. Население должно быть готово и должно быть спокойно, потому что эмоциональное отношение тоже очень важно. Потому что если это принимать как катастрофу, это плохо. А для врачей это как сигнал к действию. Хотим мы или не хотим, мы будем чувствовать влияние космической погоды. Мы будем осознавать, что эти влияния надо каким-то образом парировать. Надо быть к ним готовым. Другого пути у человечества нет.